Вот. Вот приехали мы сегодня. Какое число? О, как раз завтра первый день зимы. О. Мои гости, москвичка, трутовики по лесу собирает. Поедет в Москву свою. Ей надо детям показать их на какие-то поделки там. Я ей сказала, не трогайте этот гриб. У меня есть дома какой-то гриб, я ей дам. Мое секретное дерево. Вот такое вот. Это кто-то метку ему оставил. А оно и так приметное. Вот. Нисколько мои дрожжалки не растут. Даже нисколько мои дрожжалки не растут. Даже и не выросли. Я забрала большую дрожжалку с этого дерева. Вот была ветка. Ей, наверное, питания не хватает. А дрожжалочки маленькие, хорошенькие. И одну большую я взяла тогда. А эти маленькие оставила подрастать. И укрыла их вот здесь, в этом дереве. И так они у меня не выросли. Уже недели три, наверное, целый месяц. Ладно, пойду фламулину, может быть, найду. Хоть одну. Побери, черт побери, черт побери. Ищу грибочки зори зареницы. Но, видимо, они уже растут раньше. Когда теплее. Сейчас похолодало. И я смотрю под ноги иногда на прутики какие-нибудь. И ничего нету. Таких грибочков. Жаль. Почему фламулины не растут? Вот такая маленькая фламулинка, да? Я не думаю, что их кто-то здесь забрал. И вон там что-то есть. Ну, даже и брать не буду. Ну, не. Возьму одну-две Оле показать. Она их не знает, даже в глаза не видела. Москвичка наша. Рядом с ламулинами были, вот они и есть. Вот они. Были дрожжалки коричневые. Вот они и сейчас есть. Может быть, я одну возьму, Оле, показать? Ну, одну и возьму. Остальные оставлю. Черные здесь тоже появились. Черные мне не нужны. У меня их и так много. Я знаю, где они есть. Но пока мне не надо. Я их уже заморозила. А вот это вот я сейчас вот эту вот возьму. Ну, возьму и показать. А эти не буду есть. Пусть растут себе. День. Три раза обойду и заблужусь. Вот такой он стал. Пенечек. Здесь были и вешенки. И всякие-всякие опята. Неизвестно какие даже. И известные опята были. И вот чудеса такие с ним произошли. Его уже загрызли трутовики всякие. Какой-то гриб, но он уже все плохой. Я вас забираю. Я вас беру. Вот вы красотки у меня такие. Яркие, нарядные. Я когда-то их сварила, они были такие деревянные. Я их сварила, мы их ели. А это блеск. Это красота. Снимаю грибы. Ну, зараза, они меня зовут. Но я их заберу все-таки. И трутовики никогда в жизни не видела. Какие красивейшие, шикарные, бесподобные. Вот. Круто. Очень красивые. Буду за ними наблюдать потом. Буду за ними наблюдать. Смотреть, что это такое. Какие они из себя вырастут. Ой, какие красивые, окаймленные, нарядные, яркие. Супер! Так, фламулину вижу. А, грибочки зори зареницы. Я думала, они закончили свое существование в этом лесу. Супер! Сейчас веточки Олечки понесу. Пусть посмотрит. Фламулинка растет. Ну, пусть растет она, малышка. И еще вижу грибочек зори зареницы. Ура! Теперь я знаю, где это место, где они растут. Вот он, малютка. Я его брать не буду. Один сейчас съем, и вот еще он, и вот еще Зоря Зареница, вам привет, большой-большой от меня. Мне просто очень интересно, что такие грибочки, малютки маленькие, растут в лесу, круто. И рядом его, сейчас, рядом его тоже такой же гриб.
Но это уже мой личный гриб. Не зори зареницу. Господи, снежок пошел. Маленький-маленький снежок. Да-да, я слышу. Сейчас по гололеду поедем. Куда деваться? Сначала девчонок отвезем. А я нашла, как это называется, хломулину. Одна единственная на этой ветке. Идем вперед. Все, снежок пошел. Здесь места такие не очень приглядные. Я уже бегу из этого леса, потому что сейчас на дороге будет лед. Сейчас будет лед. На дороге будет гололед такой. Хоть у нас уже и зимняя резина, но все равно. Такой лед, нам долго ехать, далеко. Сначала девчонок отвезти. А что он фару включил? Какой-то чудной. А, он прогревает девчонок, они, может, замерзли. Большая радость была, что все-таки столько веток под ногами. Много-много-много. И не попадается никаких маленьких грибочков зори-зореницы. Я бегу бегом. А тут они попались. Вот. Ну, друг, пока-пока. Всем пока-пока и до встречи.